Че здесь делаешь? В смысле, чего? У тебя в натуре как будто здесь лаборатория. Я из погреба достал, короче. В натуре в лаборатории. Банка, короче, малата завалялась. Надо посмотреть, в каком у нас состоянии. Короче, видишь, ну... Как тебе сюда еще... Как тебе еще ФСБшники сюда не нагрянули, реально? Ну, малат, кстати, неплохая вещь. Вот этот мужчина, который ко мне приезжал, он мне вот подогнал две штуки. Малатик, что? Да, он прям это уже растворенный, то есть французский, ну какой-то дорогой там, наверное. Вот, и психотик еще красный, короче, со вкусом гавайского апельсина. Саня предложил закинуться БСНом старым, вот, но там чербак 25 грамм, как бы, а вторая тонировка, сами понимаете, то есть, ну, это слишком много. А здесь черпачок, ну, он такой же, как там, он маленький, то есть, вот. Мы опять же там одну треть от него закинем. Да, и Серж у нас сегодня уезжает, но... Серега, короче, в Тамбов отправляется. Серега пропащий, как говорится. Как там поется песня? Мальчик хочет Тамбов. Ну вот, да. Ты хочешь Тамбов? Такова Тамбов, там, где, в мешке или где? Ну это просто дядя Саша, скромный парень. А? Вода в портфеле. Всем привет. А он с собой. Пацаны, кстати, хотел сказать, забрал наконец свои очки модные. Полгода они лежали, но теперь я могу и в очках, в принципе, тренироваться, но... Че, сечется пушка? У меня-то нормально вроде, ну. Сидеть. Такой Джеймс Бонд ты в натуре, ну. Как там? Лицевой нерв, ты говоришь. Не, ну, в принципе, неплохо, пацаны. Погнали, Серега, собака-то не мучай, ну. Друзья, это, короче, по факту получилось так, что Серега уезжает раньше. Мы закончили около, наверное, 12:30. Время получается. Три сейчас. У нас вторая тренировка. Сколько мы отдохнули? 2.5. Получается, да? Запаршинились там нормально прям. Не, мы еще ничего не пили. Топливом я имею в виду. А, ну поели как бы, да. А вот это же мы пили, Санёк привозил. Не, да? Другой привозил. Это... Пазес я привозил, Пазес. Пацаны. Пацаны, давайте за барную стойку пройдем, но... Короче, друзья. Размешаем, но это паршиночки. Сегодня у нас на повестке дня после тяжелой тренировки, опять же, ну 2 часа прошло, пацаны, мы только поели. И опять же, друзья, сразу наперед скажу, поскольку, ну, такая проблема есть. Саша обещает, но поскольку он уезжает в Москву и там начинается у него кутеж, человека сложно заставить что-либо делать. Вот. Поэтому прямо в это время я его заставлял делать монтаж. Почему вы спрашиваете, что он делает премьеры или наперед загружает ролики? Во-первых, потому что проблемы с интернетом, вот, и все вот эти моменты. Поэтому наперед всегда. Вот так вот получилось. Пацаны, пройдите за барную стойку так, уже. Так что реально. Пишите в комментарии, чтобы он чаще ролики выпускал. Так что, друзья, в Серега сегодня уезжает по случайному стечению обстоятельств. Вот он взял с собой воды. Но поскольку, как говорится, тонировка и все дела, мы ему сюда вот с помощью цитрулина сделаем воду лимонной и немножко выпьем психотика красного со вкусом гавайского апельсина. Два раза в день паршинимся, получается. Очень интересно. Супер денджер. Супер денджер. Там, кстати, я видел недавно. Просто, ну, видите, да, все уже на нулях. То есть, вот вы спрашиваете, на кой хер ты покупаешь? Ну, вот потому что ребята приехали, там, 5 человек. Все по черпаку кинули, там, да, уже сколько сразу. И надолго не хватает. Я же все равно беру не только для себя. Я знаю, что... 5 ртов-то, конечно. Ребята будут и так далее. И всегда даже кто со мной хочет заниматься там или заниматься, я всегда делюсь там, ну, бесплатными. И то, знаешь, ты попробуй еще запаршинить этих гибонов. Потому что гибонов, но... все думают, что, типа, я насильно впихиваю. Это только по видео так выглядит. Но на самом деле люди понимают, что будет тяжело, надо немножко взбодриться. Вот. А по поводу деревни, кстати, вот писали тоже комментарии, типа, что разруха там... Типа все печально. Друзья, а что вы хотели? Забросили, не вкладывают ничего. Посмотрим, сколько вкидывают, половинку. Ну, там, финансирования ничего нет, вот. Поэтому, как говорится, ну что печально? Оно закономерно. Конечно, когда мы жили, просто сам дом был поновее, все. Вот, а, как говорится, сейчас уже все, разруха. Но все равно это мои края, я их любить буду так и так. Неважно, там, что есть, что нет. Сереж. Что? Запаршинься тоже. Сейчас. Еще, кстати, вот от этой фирмы, от Insane, там был претрен, ну, он слабенький очень. Особенность, кстати, вот этой фирмы. Possession? Не Possessed. А, Hair, по-моему, как называется. Hair? Да. Суть в том, что они хорошие вкусы делают. На самом деле, намного лучше, чем... Ты что, с ложкой-то сделал? Че, я прям водку добавлю, да? Смешно, что ли, что ли? Короче, ты Серегу хотел после вкуса ему от кемпинга оставить еще на долгое время. Чтобы он нас не забывал, как говорится. Тогда, если не забывал, тогда еще надо
психотика, ему тоже за Порше не туда. Да зачем? Или надо тебе, Серег? Да не. Он просто водителю там в Uber своем даст, или кому он там, Блаблакарину. Там... Человек потом спать не сможет 2 недели, но ездить будет, за деньги зарабатывать. Да хорош, прям все. Это тоже так говорят, что типа, вот, пацаны, типа... Ты сколько сыпишь ты ее? Ну, 4 штучки. 4 штучки, говорят. Пацаны, типа, говорят это... Вы, говорит, ну, типа, выпили, вас там колбасит и все такое. Да нет, все равно эффект от этого всего, ну, там, ну, 3 часа идет. Если вы вырабатываете, ну, не будет его потом. Метаболиты будут в крови плавать. Говорится это. Пацаны, у нас здесь барная стоечка, если кто не понял. Мы здесь мешаем. Но мы по вкусовым попробуем, если не особо кисловатый, еще добавим. Должно отдавать лимоном. Андрюх, ты не пробовал барменом устроиться? Ну я только такие мешаю баклахи. Есть еще, когда я вот воду носил на огород, говорится, там, короче, воды нет. Вот. Там 20-литровые были бутыли. Че, как там? Ты в натуре как Кали Масло, он такие же с собой банки берет, здоровые. Ну. Не, у него поменьше. Ну вот попробуй по кислоте нормально. Мне кажется, можно еще. Пацаны, я теперь понял, что вы на кислоте занимаетесь чисто. Ну. 2 кислотных диджея, ну, в натуре. Нормально. Да не знаю даже. Ну что, говорить тебе, потом пить. Да еще давай добавим, давай парочку еще. Давай, ладно. Давай, закидываемся и погнали, пацаны. Ну, с нитроболон, не знаю, наверное, не надо, в принципе, да. Он пока всосется там. Вот проблема тоже. Давай это из капсулы вытащим и туда засыпем. Проблема просто желатина вот эту в том, что он хоть и создан для того, чтобы растворяться у вас во внутрянке, как говорится. Но это все равно, кислотном это все равно коктейле, не то, что вот если вы порошок закинете, понимаете? Поэтому если вы хотите, это надо реально рассоединять, быстрее будет действовать просто сам по себе эффект. Вот. Ну, мы же сейчас все равно... Интенсивно, ну, час максимум, там, 1:20 опять выйдет. Через минут только 20-30 он начнет действовать. В любом случае, пока растворится в кровь и все дела. Вот. Так что давайте, налетайте. Давай. Напишет там потом. Чисто это. Говнюсь. Тренировка с 5 литрами, ну, с Атрулин Малатика. Что у нас сегодня по схеме? Что вообще, как работает? Друзья, поскольку, как говорится, все уставшие, но... Надо сжечь калории, потому что тортики там всякие поели, картошка там, да, как бы. Вот, надо, ну, чтобы все прогорело. А чтобы все прогорело, надо первое. Упороться, ну. Это все равно сделать хоть какой-то, да, объем. Даже все равно, что мы подтягивались, то мы все равно подтянемся. Серега за кислотным пультом, ну, кислотный диджей, ну. И Сергей потом Купол, ну. Сделаем брусья опять по стандарту. Как вот вчера мы делали с Киром. Я надеюсь, он хорошо доехал в Москву. Если он смотрит, ему привет. Мне вот Саня сейчас сообщил, Кир, о том, здорово, что он думает, что я над ним смеюсь, но на самом деле нет, Кир, если ты об этом думал, ну типа не так. Ну мне просто показалось так. Вот. То есть на самом деле я к нему нормально отношусь, как бы, если что, всегда жду, если приедет с ребятами, как бы добро пожаловать. Надо что-то только повеселее. А то, знаешь... Это лирическое отступление. Ну, типа, Серега уезжает, пацаны. Пацаны, вот сиська уже, видите, делится на 2 части. Франко, привет, если смотришь. У меня ничего не делится. Да не, он разделяется тоже. Диджей, сделай красоту, реально. Делай красиво. Для начала просто сделаем разминочные подходы. Разминочные подходы. 4 подхода по 5 раз. За это время прогреваем связки, сухожилия, там все, да? И... Ну, видите сами, вот, то есть здесь все... Пропащее там все, реально. Друзья, в общем, сейчас работаем в таком стиле, поскольку все убитые, просто нон-стопом по 5 кругами наматываем. Я, Саша, Серега, и вот так вот наматываем. То есть все тоже снимать не будем, но сами понимаете, 200 повторений снимать. То есть мы сделали сейчас 20-ку, вот, может быть, там, не знаю, кругов сейчас вот сколько мы там, 6-7 сделаем и просто стопнем. Потому что все это тоже на телефоне монтировать, держать там по 40, по 50 минут ролики. Ну давай, давай. Че, сколько там? По 5, начинаем с тебя давай. Или давай с меня начнем. Давай, давай. Ну опять же, все на сокращение, на пальцах висим, все как обычно. Просто хотели, чтобы вы немножко вайб прочувствовали. Если что, друзья, музыка сейчас играет, Creepy Main. Вот. Просто, опять же, ребята спрашивают, что почем.
Я вам называл в прошлых роликах. Сейчас вот сказал, если кому понравится, пожалуйста. Колонка реально удобная тоже тема, но покупать я ее не буду. Давай только без этого. Просто устал размял. Вы же сказали быстрым темпом, значит сразу. Вот уже, считай, суммарно 30. После вот того, что сделал вот эти вот подтягивания, да, локти вперед, маленько опять связку в левой руке, она же травмированная, отдает. Вот в этом неприятность, конечно. Поэтому я стал вот так подтягивать, чтобы спиной больше делать. Крайняя тренировка, поэтому надо сегодня серому, так сказать, подарок в виде спины огромный подарить. И в Тамбов его отправляем. Сколько делаем в сумме? В сумме нам надо сделать 200 подтягиваний. Я первое делаю, поэтому у меня получается самое большое число первого. То есть вот 40 уже. Он сейчас делает, за ним тоже получается 40. И следующий. Вот так вот набиваем. Вот столько. Вот. И вода смолать. Как в столовке, на раздаче еды. Обязательно надо уже здесь стоять. Для шрапусиков чисто. Прокачиваем Серегу Купола. Также, друзья, эти тренировки насыщают любого витамином D, потому что мы на солнце постоянно. Ну, реально солнечные зайцы. Те, кто спрашивает, принимаешь ли ты там это... Витамин D? Ну, и дополнительные, да, витаминные комплексы и так далее. Из витаминных комплексов у меня только солнечная ванна, а также ванна, которая называется там типа пруд или речка, больше ничего нет. Спереди тоже надо пацанам показать, если что, на что равняться. Давай, не теряй. Сам для мотивации. Слепни, капец. Почему у вас слепни? Хорошо, да? Не, в плане...
Серега, ваша подхода. У нас овод это называется, а у вас слепни. А есть, они есть слепни, если а водяне крупные. Это же маленькие. Ну, они просто уже раз. Время тянет. Мы их не знаем, слепушки. Давай. Серега, тебе 6 платформ, ты вытянул. 10 секунд работы. Тогда память лазит. Разные, в зависимости от самочувствия, то есть, да. Также вот ребята приехали, с ними маленько они разнообразнее стали. Без них я бы просто так же с утра бы набивал по 400, там, 350 подтягиваний с утра спиной. Вот. Потом бы вторую тренировку делал. Ну, вот, то на количество, то в зал сходили. Но все равно объем обязательно набиваем, в любом случае. Поэтому надо чувствовать это. Если устал, чуть-чуть поменьше, но все равно работать. Хорошая эта песня. Почему она еще не у меня в плейлисте? Настолько я не помню. Кали Масл нам подарил вот эту баклажку. Кали, тебе привет, братик. Если будешь с Атиси, приезжаем, мы с тобой потрюним обязательно. Качаем его Black Bag. Аня орёт всегда, что он чёрный дебесит. Извиняюсь, как говорится. Но здесь ему это не поможет. Пацаны, в общем, мы погнали вкачиваться дальше, чтобы память лишней не занимать. До следующего кадра. Это что, банка 39? На сухаря. Как там это тоже? У каждой страны на самом деле есть свои обычаи, да? Я вот замечал, что в Японии, например, очень любят вот так вот делать. Типа того, да, да. А у нас как будет? А у нас просто пацанская пушечка. Ну, все. Серег, покажи пушку. Ух, ё. Чисто тамбовский ты волк. Чё ставишь-то? Ты что ставишь-то? Тамбовский волк. Витамин D. Давай, давай.